Отец Меган Маркл, возможно, не поведет свою дочь к алтарю. СМИ сообщают, что он отказался ехать на королевскую свадьбу, которая состоится уже в эту субботу. Якобы он не хочет навредить ей из-за скандала, когда в сеть попали снимки, где он покупал алкоголь. А тем временем шеф-повар королевской семьи сообщил о готовности к торжеству. На прием в честь бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл пригласили 600 гостей. Прием пройдет сразу после бракосочетания. На кухне королевского шефа работают 30 человек. По его словам, такое событие не место для экспериментов. Так что все подготовлено заранее. Жених и невеста попросили, чтобы в меню включили больше местных сезонных продуктов. Главными поставщиками станут королевские огороды. Но полное меню до сих пор держат в секрете. Известно, что свадебный пирог закажут в одной из лондонских пекарен. Это будет лимонный бисквит с бузиным ликером и шоколадные трюфели. Мы провели массу тестов и проб, так, чтобы все понимали, что именно нужно делать. Это само по себе требует много усилий. Поэтому мы разделились на небольшие команды. Кто-то чистит спаржу, кто-то работает с овощами, чтобы в день свадьбы тратить как можно меньше времени на, собственно, готовку и больше на презентацию блюд.